Юношеская сборная команда работает по такому плану. Значит, ближайшие соревнования, у нас сейчас вот турнир, международный турнир в Магнитогорске, первый состав мы отбиваем, это там будет матчевые встречи с Узбекистаном, Украиной и Азербайджаном. Обещали американцы, не знаю, приедут, не приедут. Ну и, соответственно, Россия и Урал. Вот эти команды будут сейчас на международном турнире провериться. Затем, если у нас получится, соревнования будут в Ирландии, хотим тоже сделать матчевую встречу. И, ну и на Украине турнир. Традиционный там турнир у них проходит тоже, потому что мир будет в этом году в Киеве. И хотелось бы, конечно, с украинскими боксерами побоксировать, провериться. Ну, вот эти ближайшие соревнования.